данный момент времени мы видим две скриньки. Одна называется «Пожертва на свечки», а другая на ЗСУ. Кому в первую очередь? На свечки или на... Ладно, давайте лучше обратим внимание на тот образ, который находится над нами. Это довольно древняя икона. Очень интересная, но это другой вопрос. Берегите себя, своих близких, и я вам желаю искренне здоровья и процветания.